Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Лера Кудрявцева не постеснялась выведать совет у своих подписчиков. Оказалось, что ее двухлетняя дочь страдает из-за высокой температуры и сильного жара. Сейчас звездная мама в растерянности. Она крайне напугана состоянием малышки. Сорока, девятилетняя телеведущая вместе с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым, не знает, что делать с заболевшей дочерью. Похоже, что наследница всеми известной блондинки подхватила сезонный вирус, с которым сама Кудрявцева никогда не имела дела. А артистка опубликовала зимнюю фотографию дочки в личном блоге и обратилась к многочисленной аудитории. К слову, на обновленных кадрах отчетливо видно, как маленькая девочка одетая, на ней теплый комбинезон и вязаная шапка. Однако и это не помешало малышке простудиться. 38,5 у Машули. Девочки, делитесь, как лечите малышей, поинтересовалась Кудрявцева. В комментариях к публикации телеведущая добавила, что ей интересно мнение не только врачей, но и других мамочек с опытом. Стоит отметить, что коллеги Леры не остались равнодушными к происходящему. Одной из первых на мольбы о помощи откликнулась Алсу. Напомним, что 37-летняя артистка воспитывает троих детей и прекрасно разбирается в сезонных простудах. Исполнительница порекомендовала подруге прибегнуть к использованию гомеопатических средств. В частности, по мнению Алсу, от высокой температуры помогает растение белладонна. Подписчицы добавили, что девочке не помешает обильное питье. Отзывчивые поклонники пожелали скорейшего выздоровления малышки и намекнули Лере, что в данной ситуации не мешало бы вызвать педиатра. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.